Спасибо большое за поздравления. Мне очень приятно быть частью Международной британской школы. Что касается опыта моего работы, то это государственные школы, заучи директора должности и частные школы и международные школы. Но британская международная школа – это флагман в международном образовании. Она достаточно давно основана, и у нее замечательная репутация. И когда меня пригласили, это было большой честью для меня, поэтому я с радостью приняла это решение. Прежде всего, школа, русское отделение, да, мы сейчас про нее говорим. Русское отделение – это школа с углубленным изучением английского языка. И то, что дети сдают экзамены на proficiency, на самый высокий уровень, это говорит о том, что действительно уровень языка очень-очень, независимая оценка, да, того, что дети обладают хорошим уровнем английского языка. И на таком уровне язык уже не как язык, его можно использовать как инструмент для изучения других программ, да, для путешествий, для обучения на английском языке. И кроме этого, школа номер 5 – это уже династия, я бы сказала, потому что сюда наши родители приводят своих учеников, и это говорит о многом, потому что если выпускники ведут учеников, значит, все хорошо. В настоящий момент я вижу дальнейшее развитие этих языков. У нас есть большой выбор для детей вторых иностранных языков. И сейчас мы думаем о дополнении этого списка еще китайским языком, кроме того, что у нас есть испанский, немецкий, французский. Да, поэтому мы хотим расширить этот список, чтобы дать возможность детям дополнительно еще языки изучать. Ну и кроме того, школьная жизнь, да, развитие школьного сообщества – это тоже направление, приоритетное направление. Мне очень близка и симпатична IB-программа, это программа международного бакалавриата. Я имею опыт работы во всех трех ступенях, и PYP, MYP, DP. И мне кажется, элементы этих практик можно было бы вполне применять и в русской программе, и профиль ученика, и планирование для учителей, отношение к концептам, концептуальное изучение. То есть это вот одна из таких практик, которая, мне кажется, была бы интересна в русском образовании. Дополнительное образование – это очень важная часть, потому что детям надо себя во всем попробовать. То есть прежде чем они могут найти, что же им интересно, чем заниматься, помимо, да, изучения каких-то предметов, они должны это попробовать. И вполне нормально, если ребенок идет сначала на один кружок, потом он идет, ему не очень нравится, он переходит на другой, пробует третий, а может быть даже и четвертый. Мы даем такую большую возможность. У нас есть большой список по всем направлениям, и спортивному, и творческому, и языковому. То есть ребенок может себе попробовать во всех этих кружках найти для себя то, что ему важно. Родители – это, я бы сказала, неотъемлемая часть школы, потому что это те люди, которые выбирают школу, да, для своего ребенка, приводят. И когда между родителями и школами устанавливаются доверительные отношения, это залог успеха. Pastoral Care, я бы здесь провела параллель, да, это то, что, наверное, в российском образовании называется воспитательной работой. Это не совсем синонимичный, но тем не менее, наверное, самый близкий перевод.
И воспитательная работа – это большой пласт в нашей программе, в нашей объемной программе основного общего образования. Большая часть, наверное, 1/3 этой программы – это как раз воспитательная работа. То есть те мероприятия, которые мы проводим для детей, те ассамблеи, это экскурсии, большой набор, партнеры, с которыми мы общаемся, это все включено в нашу воспитательную работу. Ну, сообщество – это очень интересный вид работы. Как я уже сказала, когда выпускники приводят своих детей в школу, да, это уже как бы первая ступенька того, что сообщество устанавливается. В принципе, это большое взаимообогащение, да, когда приходят выпускники, когда приходят родители детей, когда наши дети, все общаются вместе, у всех одинаковые ценности, у всех интересные рассказы, да, наших выпускников для наших детей, об их опыте. Я считаю, что это очень большой пласт, это очень нужный пласт, и мы его будем, конечно, развивать. Для 11-классников я хочу сказать, что это ваш выпускной год, это очень важный год. И каждый день, утром просыпаясь, думаете о том, какой шажок сегодня я должен сделать для того, чтобы достичь своей цели. Я уверена, что в конце года вы будете готовы поступить в тот вуз, который вы выбрали. И удачи! As for our first graders, they are joining us, they are joining BIS family, and welcome, have fun, and have a very good educational journey.